я не вижу. А он есть. Здоров, пахан. Приземлился. Я больше слава не вижу. Ну что, когда стримы, когда видосы, а? Когда? Сейчас. Ты стримил хоть раз? Нет. А хочешь попробовать? Мы с тобой тогда запустили, по-моему, да, первый раз? Ну, нет. 24 часа прошло. Помнишь, я тебе сказал, сутки должны пройти? Как здоровье, как учеба? Учеба хорошо, особенно в музыкалке. Ну, блин, молодец. Мне, короче... Зря нету этого, да, чтобы... Я хочу сказать... Я знаю. То, что у меня весной, только весной начинаются рабочие дни. Зимой, ну что там делать еще зимой? Где? На плотине. Он выходит на улице, блядь, саксофоном на улице. На плотине не покупаешься. Че, всеми днями что ли, лыжи показывают, что ли? Ну, какой там нафиг контент? Тем более, ну вы же знаете то, что смотрели мои последние видосы месяц назад. Они были неудачные, потому что они были задом наперед. Сделаны. Uh-huh. Я пытался все исправить, в итоге забомбил, удалил нафиг это приложение, скачал заново и все. Самый логичный способ, самый лучший опять. Кстати, Паш, скажи, как твой канал называется? Амба Валера мой канал. Это вообще наш так канал. Так что вот, ребят, Амба Валера, пожалуйста, подписывайтесь, поддержите канал. Очень много народу спрашивало. Очень вот, много. Наш Амба Валера. Вот сын Амба Пашка. Его зрители нашли у меня на канале вас и очень много спрашивают про вас. Угу, нормально. Да, так у Пашки готовься. О, пока там, да. Я когда снимал этого, как Саня играл на гитаре. А я видел, да. Он немножко, кстати, был... Я уже... пока его снимал, смотрел, ему столько лайков поперло, прям... Ты там... бы прочитал, я там, Валера, что с трубой? Пока ты телефон держал. Да это мне он сказал потом, ты звонишь. И Крымский также дозвонился. Пользуйтесь на здоровье, ребят. Спасибо. У меня безлимитка. Мне надо хоть как-то ее отбивать. Автопроверку комментариев подписчиков. Да, это твой канал уже, Валер. Салют. Амба Валера канал. Подписывайтесь, ребят. В гости приехали. Капс ТВ, Бавленский. Я наконец-то дошел до видоса. Молодец, сейчас молодец. Я буду твердить всякую вранье и чушь про то, что я был занят. Про то, что у меня были трудности, про то, что у меня все было плохо. Вот чем надо было разжигать. Вот все. Но дело все другое. Во-первых. Паш, ну что там, заходит? Ну да. Отлично. Много народу? В эфире. Нет, пока что не вот. О, да сейчас вас долго не было, ребят. Сейчас прибегут. Дело еще... Сейчас, как увидишь, ты его маэстро. Привет, передавай. Просто пересъемка. Ты за... Видно, такие дарища. Кирюх, кинь в поджиг еще. А, прям упаковочка, что ли? Да ну не надо. Не, упаковочка не надо. Так, давай-ка подожжем. Горит там у тебя, нет? Вообще мне хандрит. Эх. Такого не бывало. Лучше всего горят деньги. Нет, деньги хуже всего горят. О. Ой. О, видал, как пошла жара. Не картонка надо, чтобы горела. То, что дает температуру. Что-то у нас костер не может загореться полноценно, да? Ну-ка, дыхни на костер. Мне кажется, что-то не хватает, Валер. Не хватает нас творчества. Да. Можешь мою любимую? Конечно, спою. Не хватает нас творчества. Здесь тем более можно не спеть. Дружеская обстановочка. Потому что она так...
всегда слушаю чай. Что ты за зараза, а? Блин, пошла жара. Вот она, икша. Жалко, у меня с 8 марта дня в пище. Ни в какой, ни в Европе, ни в каком Востоке такого не будет. Паш, ты в этом лесу, да, собирал грибы? Сюда ходили? Нет, и в этом, и в другом. И в другом тоже, да. Пашка собирает еще то. Ну да. Бабка собирает. Так собираю, как будто у меня зрение плюс 4 на оба глаза. Просто в грибах не разбираюсь. Заходите к нам на огонек. Здравствуйте. С наступающим вас. Ты че? Извините. Вас проводить? Да нет. Смотри, раз, два, три, да? Три. Два волки. Выведи. Да вы что? Два волка и один верблюд. Все, Гавского покидает нас. Ты смотри, обратно возвращайся. Да я хочу коры найти. Это что это, конец? Прощай. Прощай, смотри, это икша. Да. Здесь опа... В наш класс зайди, столько берез увидишь. Не только их. Я приближать научился в какой-то веке. Сам потрогать? Мне что трогать? Как вот ломал. И все. Ты как ломаешь, так и знаешь. Так, я... Это случайно у меня, ребят, произошло. В будущем я не буду этим самым костровым, ладно? Сейчас начнется. Кто у нас в прошлый раз костер разжег? Батя? Да. Слушай, бать, ты говоришь, под музыку сейчас хочешь, чтобы костер музыку. Ты отказался со мной петь, отказался. Понимаешь, я вот сидел в котельне у себя. Вот там движки работают, а я музыку ловлю. Вот это русскую народную я как раз и... Ну, это женщины должны петь. Девушки, женщины. Никто не полез мочить свои сапожки, блядь. Вот теперь. Ну там, знаешь, прикольные слова. Чтобы мотив поймать, знаешь, я просто придумал. Там получается. Та-а-а-а-та-ду-ты-ду-ты. Вот если быстро произнести, вот тебе мотив. Та-та-у-ты-ду-ты-та-та-у-ты. Чем я в музыкальной школе учился. То есть а МПМ что напишешь мне, да, если я там попрошу? Ноты? Ну да, песню. Ноты не напишу. Песню расписать. А МПМ аккорды, не ноты. А, да там не аккорды, мотив сам. Мотив ты записывать будешь мне? Я тебе... ты можешь перепеть песню? Вот это, допустим... Вот, я и собираюсь. Не песню, ни один куплет могу. А могу стихами потом всю песню. Вот, например, стихи такие. Вот и лето красное пришло. Соловьи поют, не умолкает. За окошком нам поет гармонь, гости нас с тобой она зовет. Все просто. Это такая деревенская прям. Да. А поется она, припев. Мы с тобой на сеновале поцелуемся слегка. Аккуратно по пригоркам пробежит твоя рука. Мне с тобою хорошо, так и так дышится легко. И хочу я, чтобы лето не кончалось никогда. Вышел из реанимации. Слава Богу, но я читал молитву. Турбович. Ты понимаешь? Ты веришь? Ты понимаешь, в чем дело? Я сомневаться начал. У меня тобик сухо начался. Так, вот тебе новый. Один сюда поставим. Ставь его второй, когда я водки налью, и не дай бог. А потом папка. Превратиться в кузнеца и капстывы здесь останется. Кузнецки висеть. Давай. Мамашки, папашки, ты что это? Это моя мама такая же, поверь. Нельзя. Я поэтому у родителей в первую очередь спрашиваю. Я из таких родителей, я просто которые могу потом в тыкву дать еще.
Да не, на самом деле, он знает, что я никогда, я своих детей ни разу ни пальцем не трогал. Можно старшим потрогать? Давай, давай. Пощупай. Чуть-чуть. Давай. Я так, я играть не умею. Да неправда, я помню. Ты рассказал мне, если мешается... Вот. Пеник мой фанат. Я люблю, когда кружочки. Я по кружочкам учился, блин. Все. Вот людям нравится, вот я в прошлый раз играл. И потом Слава начал. Что это такое, Валер? А я песни, стихи записываю. То, что в голову придет. Вот тут хорошая песня. Пародия на Газмановскую. Я обязательно вспомню, я обязательно. Так. Так, а что у тебя с гитарой, я не понял. Чего? Да я кирдык уже дал, но она и не новая появилась у меня. А Белучи хорошая гитара, Валя? Да. А? Если оригинал, да. Белучи. Но они же недорогие. Я ее так долго изучал, нифига себе. Ну все, видишь, Паха, надо было просто поругаться на папку, и все, и костер пошел. Так, ветку для соседей пишет каждый сам себе. У тебя тут дров-то нету, я ходил. Вот не могу придумать, понимаешь, музыку. Я помню в школе, в форме, мы вдвоем. Так крепко взявшись за руки идем. Стараемся секрет наш сохранить. И нашу дружбу в тайну превратить. Ведь дружба парня с девушкой сильна. Когда никто не знает, что она так часто превращается в любовь, ведь детская любовь сильнее всего. Не, песня офигенная. С подъемом и в переход. Скоро, скоро на всех экранах Капсулем гитары. Ты какой цвет гитары больше всего нравится? А мне веришь? Балалайки цвет. Красный. Ну, балалайки. Не красный, а такой вот цвет красного дерева. А чё? Матовая? Да, да, черная. Слушай, мне так понравилось. Ну, я просто не видел ни разу. А вот она, эта песня. Вот, видишь, я это на работе, я был как раз. Ты сначала дрю-то. Ну, чтобы рифм было, а потом уже, когда рифм поймал, нормально. Как же здесь мне хорошо. Но тут нужно подпевать, кто будет подпевать? Чтобы понять песню, нужно просто подпевать тауты дрюты. Я еще подыграю. Не, подыгрывать не надо. Вот я буду петь, смотри. Как же здесь мне хорошо. И тут же тауты дрюты. Сможешь тауты дрюты? Просто. Я тауты даже плясать могу под эту песню. Тауты дуты. Тауты дуты. Вот лесочек я пошла. Тауты дуты. Вот малинку я нашла. Тауты дуты. Как все. Вся красиво, все кругом. Тауты дуты. Позабудешь обо всем. Тауты дуты. Нет, совсем я не хочу. Тауты дуты. Чтобы день вдруг промелькнул. Тауты дуты. И прошу я об одном. Тауты дуты. Чтоб проснуться. Приснилось то, что днем. Тауты дуты. Тауты дуты. Тауты дуты. Тауты дуты. Вот прошу, любимый сон. Тауты дуты. Чтоб мой милый был бы в нем. Тауты дуты. На руках меня носил. Тауты дуты. И цветы себя дарил. Тауты дуты. Тауты дуты. Тауты дуты. Вот прошел любимый сон. Тауты дуты. Вижу, милый, за окном. Тауты дуты.
прибегаю я к нему. Как во сне, но наяву. Вот песня, которую я пел. Но там немножко мотив другой, это как его. Вот и лето красное пришло, соловьи поют, не умолкая, за окошком нам поет гармонь, в гости нас с тобой зовет, мы с тобой на сеновале поцелуемся слегка, аккуратно по пригоркам пробежит твоя рука, Мне с тобою хорошо, так и так дышится легко. И хочу я, чтобы лето не кончалось никогда. Мы с тобой на сеновале поцелуемся слегка. Аккуратно по пригоркам пробежит твоя рука. Мне с тобою хорошо, так и так дышится легко. И хочу я, чтобы лето не кончалось никогда. А потом мы за руки, и пойдем мы за руки с тобой вдоль домов к любимой нашей речке посидим. Жмите кнопочку поделиться, помнишь, ты говорил? Поделитесь, почему вы не делитесь видосами? Это как душман. Душман. Ну, так как все знают, мое отношение к самому Богу. Женщин я имею в виду, конечно. Женщины, приезжайте срочно в Икшу. У нас костер потух, раздувать некому. О, вот точно. Раздувайте, а через 9 месяцев мы папами. За сигаретами пойдем? Подожди, ты меня сбил, блин. А, кстати, хорошая песня. Вдвоем, по полю вдвоем. И пойдем с конем по полю вдвоем. Ну что исполнить? Такое, что бывает. Вы одни люди, мы другие. Когда новые видео? Да, оно уже. Видео на 2 часа есть. Так. Где твоя сумка? Ты это будешь забирать? Нет, я здесь вставляю. Ну давай спрячу. Да пускай вот это так лежит. Я спрячу. Можно одну? Спрячь. Вы там потом присядете. Мне кажется, если люди найдут, они не будут сидеть на этом. Я тебе пакет давал. Можно? Ну вот и все, да? Да. Там была. Далеко не выбрасывай, чтобы доставать. Я ее прячу. Пойдем. Лесенку на турнике? Да. А ты умеешь лесенку играть? Да. Пойдем вперед. Американцы не могут парить. Нет, не сразу. Ну да. Нет. Сейчас будет лучший мир. То есть не выиграешь. Что, меня снимаешь? Я ему сам показывал, как подтягиваться лучше. Как нет, лучше. Нет, ты больше не шутишь. Пойдем. Сейчас все, шутки отбросили. Папка у тебя клевый парень. Не обижай его, ладно? Потому что ты всегда его в видосах как-то вот сюда, он хороший мужик. И давай-ка
ты завязывай на нем видосы делай и что-то, ну, блин, придумывай свое. Мне кажется, у тебя такой мозг огромный и столько идей классных. Давайте, ребятки, у вас теперь есть стрим, подписчики. Сейчас, давайте. Ох, больше не надо, ладно, бежать. Я сегодня провожать не смогу. Мы дойдем. Мы дорогу назовем. Ну, здесь полностью в одних трусах. Прямо сейчас. Хорошо, нет, все нет, хорошо. Нет, все есть хорошо. Нет, не будет, а уже есть. Самое лучшее это тенор. Тенор, который я жду. Я тебя провожу до подъезда. Это вот такой вот саксофончик. А тенор вот такой вот саксофончик. Только саксофончик мой маленький, вот такого вот размера. Вот такого вот. А тенор, он, мне кажется, пол моего роста, где-то вот такой вот. Вот такого роста у меня тенор будет. Потому что есть сопрано, есть альт, есть тенор, есть баритон. Баритон, он вообще огромный. Чтобы его держать, его специально закрутили в конце. И он вообще огромный. Но обычно играет на теноре или баритоне. Но на альте тоже бывает. А у сопрано это такие вот. Подбор. Понятно, Паш. Валера, это твоя хата здесь, да? Спасибо, что костер разжег. Давай, Димон. Все, давай, Валер. Удачи. Так, очень... Давай, Паша. Спасибо тебе, Паш. Ты когда? Я же сказал, в субботу я у него буду. В эту, да? Ну, а домой? Что будет? А домой? Домой. В субботу вечером домой приедем. А, ты одним днем, что ли? Да. Чисто днем. Я тебя наберу тогда. Конечно. Паха, у тебя есть телефон? Да, да. Валер, можно взять номер? А что ты меня спрашиваешь? А ты знаешь мой канал? Да. Все. Ну, участвуйте в Ютубе. Да. Все, Валер, все, давай. Давай, Димон. Давай. Всем, всем привет и пока. Не завязывай. Лайкос сегодня зайду поставлю. Так, ну вот уже мы на платформе Икша. Едем домой, на совок. С капсиком все в порядке. Вот снимает видос. Всем привет, ребят. Пашку. Вот, ребятки. Поэтому, как бы, ну, я завтра. И вот Димка Павленский поворот тоже будет делать ролик. Но он обещал прислать тематику. Денег нет. Я не буду там. Все, поехали. Приехали.
Выкши, да. Домой приехали. Потом тюрьма. Мы приехали из Азовского вокзала. Это есть, да? Я бы пропадал это... и вообще потерял. Какие тюрьмы. Чего я проснулся? Я сейчас уже... Нет, ехать. Сейчас. Курс центрального диаметра Г1. Сообщение в Лобне. 1 слово. Прибудет в следующем тюрьме. Ты дома. Мой дом не Савок. Савок это шайтан дом. О! Красава. Thank you.